Вот тут-то я удачно начал снимать солнышко. Ладно, на солнце, елки-палки. Я, в общем-то, жду МКС, сейчас должен пролетать через 10 минут. Буду пытаться его в сумерках снять. Но ты посмотри, и думаю, ну закат сниму одним разом. А ты посмотри, какие у нас тут пятнышко на солнце любопытное. В день равноденствия. Сегодня равноденствие. Я надеюсь, видно, что, да, что они смещаются вместе с солнцем. Солнце садится за горизонт, никакие это не облака, то есть облачка-то видно продольные вдоль. Так, все, уважение. Просто все вон. Да, уже не видно. Уже просто плотные слои атмосферы земной не дают. Ай, красотень. Хорошо, сейчас я это штатив заскрипел, и мои суставы. Сейчас еще за одним разом. Добавлю вам лунный, чтобы два раза не вставать. Половинка луны у вас. Так, надо только не забыть с ручного фокуса. Да. О, так, наверное, будет красивее. Уменьшил чуть-чуть. 1:60 ISO. 125, 1:80 выдержка. Смотри, как я удачно. Думаю, ну и пойду, что там сниму. Закатик. На 10 минут раньше выйдет. Резкость еще вручную. Все, стараюсь не дышать, но отходить не буду. По крайней мере, с миром. Особенно учитывая, что я в армии. Ну, опять же, к сожалению, из-за того, что я в армии, никаких линий горизонта и прочих красот я вам показать не могу. Ну, то есть могу, но я физически могу, но права не имею. И вообще, кто снимает в армии что-то, ну следите за тем, что в кадр попадает. Дабы о, какая красотень. Ну все, я отошел, чтобы пускай оно проходит сквозь кадр. Это вращение Земли вокруг оси, вращение Луны вокруг Земли. Сочетание тех движений. Вот кратер с пиптиком. Вот когда так тень падает, это просто прекрасно. Видно, что капелька посередине, это как раз место, эпицентр прилета метеорита. Ладушки, 23 сентября 2023 год. Равноденствие, сейчас будем пытаться на светлом небе снять на автофокусе МКС, Международную космическую станцию. В прошлый раз получилось неплохо.